И к моему глубокому сожалению, имперская сущность многих российских интеллигентов тоже всплыла. Вот, а им нужна великая Россия. Понимаете, в чем дело? И они говорят, а вам нужны великие потрясения. По-столыпински говорят. Так, вот. Поэтому, я думаю, эта подготовка началась, и препятствий на этом пути никаких нету. Американские санкции только помогают этому выборам, другому они не помогают. Это все нормально. Они говорят, вот нас давят, а мы живем. И Путин нас выведет, как вывел Сталин к победе.